Всем привет, друзья мои, с вами Лакайт. Продолжаем мы играть в Stardew Valley. У нас сегодня будет еще один большой заход в пещеру. В черепа. Видите, смотрите, я подготовила бомбы. 19 маленьких, ну, таких, не очень маленьких, средних. И 16 аж мегабомб. И кучу-кучу еды. Единственное, у нас что проблема, это то, что у нас водитель-то работает с 10. Вспоминаем мы, к сожалению. Плюс у нас сегодня последний день лета, соответственно, у нас... Так, надо подсобрать, видимо, всякие ягодки. Что все это, к сожалению, умрет. Время у нас еще вообще навалом прям. Смотрите, у меня, кажется, в дерево попала молния, и теперь на нем... Оно дымится, и на нем созревает уголь только. Подозреваю, что это значит, что придется отказаться от этого дерева, вырубить его нафиг. И посадить новую вишню. И подозреваю, кстати, что у нас вот это тоже вишня. Но я не помню, к сожалению, но похоже. Все, 9:40. Поболтали и хватит. Сегодня у нас ответственное задание. Очень сильно я хочу к мистеру Ки на 25 этаж. Надо не забывать пользоваться бомбами. Плюс у нас сегодня супер классная удача, максимальная. Плюс мы взяли вот этот угорь, который еще увеличит удачу. Ну что, покупаем билет до Калика, покупаем. Все, поехали. У нас мы ни на что не будем отвлекаться. Я надеюсь, что мы по максимуму пробежим эти уровни быстро. Надеюсь, нам будут попадаться ямы какие-то, в которые мы сможем прыгать и пролетать сразу несколько уровней. Все. Никаких магазинов, никаких казино. В казино мы обязательно сходим, но сейчас приоритет сюда. Сейчас мы еще переложим вот это, вот, чтобы быстрый доступ был удобнее. Ну что, начинаем? Так, сейчас надо так убежать. О! Вот так вот мы и пойдем. С этих вот засранцев фиолетовых могут упасть... О! Руда. Она-то нам и нужна. О, и заметка. Прекрасно. Сейчас заметку быстро читаем. Целовая диета Алекса. Полный завтрак, ужин из лосося. Понятно. Мы примерно это и помнили. Так, острый угорь едим? Едим. Все, и бежим дальше. Класс. Первая у нас. Ой, она обходить умеет. Давайте мы ее убьем. Очень интересно, что с нее падает. Вот так вот. Теперь кладем бомбу и отбегаем. Фи, всего-то навсего. Неинтересно. Так, смотрим, есть ли у нас тут готовые. Нет, нет у нас тут готовых. Мелочевка такая еще живучая, просто ужас. И кусучая. Слаймы самое, наверное, неприятное, что есть. О, третий. А-ха-ха, это просто издевательство. Нам так сильно нужен четвертый. Все, пятый уровень. Неплохо идем, по-моему. Вертяшка. Все. Перекусили и дальше побежали, ни на что не отвлекаясь. Шестой уровень.
Там в конце уголь. О, кстати, уголь очень-очень важен. Седьмой у нас час дня. Да, я, конечно, надеялась, что у нас будут ямы все-таки. Даже бомбу не применишь, не на что ее просто применять. 14 мы на седьмом этаже, ну тоже, конечно, маловато. Надо было, наверное, маленьких бомбочек понаделать, чтобы можно было их вот в таких вот местах раскладывать. Мы уже так близко подошли к этим всем чемоданам, что будет очень обидно, если сейчас будет лестница. Больше, если честно, похоже не поход на поход к мистеру Ки уже. Сейчас уже 4 часа. А поход просто фарм ресурсов. Восьмой. Только восьмой уровень. Так, ну-ка. Да, надо было сразу так сделать. Надо не бояться пускать в ход бомбы. Ага. Я там пыталась их обхитрить и убежать. Чуть не умерла. 10 уровень. Ты. Чемоданчик. Ничего себе. Жалко, сохранения, конечно, нету. Ну-ка. Саженец персика. Как это мило. Ух ты, яма. Яма уходит глубоко вниз. Спрыгнуть, да, на 3 уровня. 15-й. И тут тоже подарочек. А
автосборщик, прямо жалко, что мы его уже купили. Но ничего, кстати, вполне возможно, я такое не исключаю. Так, подождите, ну ладно, дерево. Не исключаю, что мы построим второй хлев, например. Так, бомбу положили и отбежали. Ой, по нам цепануло тоже. Ого! Ого! Подождите, так. Кажется, мы тут остались. Нас не пустят, пока мы не убьем, во-первых, всех монстров. Во-вторых... Ай! Он, во-первых, плюется огнем. Во-вторых, доисторический позвонок получили. Ладно. Еще какую-то фиговину получили. Так. Я, ладно, едим печенье. Это чего? О, доисторическое ребро. Можно целого дракона, похоже, собрать такими темпами. Еще мы... Ага, хотела сказать, будем умнее. Косточка! Доисторическая косточка. Ну-ка, доисторическая берцовая кость. Какие же вы неубиваемые-то. Ну, прямо я не знаю. Ладно, умный кварт. О, яйцо динозавра! Нет, сперва перекусим. Перекусим. Артишоковый дип, например. О? Нет, сперва... Да. Надо посмотреть было, что он удачу нам не уменьшит. Ну, короче, никакого мистера Ки, конечно, с такими вот... Не получится. Динозаврами, очевидно. $19.50, и у нас еще в 22 какой-то там тусняк городской. Ну все, мы их официально научились убивать. А вот эта милая мышь. Очень, очень сложно убиваемая мышь, скажу я вам. На этом уровне появился спуск ниже. Ура, ура! Еще бы показали, где он? Наверное, рядом со входом, да? Да. 18-й. Так. Ой, валим, валим, валим. Так. Вот обломно. Я надеялась, что тут чего-нибудь все-таки вывалится. Вы упали вниз на 7 уровней. 26? Подождите. Не поняла. Так, во-первых, мы поедим. Во-вторых, мы случайно пролетели мимо мистера Ки. У нас осталось только нужды мэра. Так, танец полуночных медуз начинается, но нам это не очень интересно. Мы уже были на нем, там ничего не меняется из года в год.
Ладно, топаз, нафиг топаз. Так, вот это было очень глупо. В общем-то, мумии оказались очень такие простенькие в плане убийства. Да, реально мы проскочили просто мистера Ки. Но выполнили квест. Я не знаю, может быть, он нам письмо какое-то пришлет. Он обычно письма присылает. Я думаю, что мы на самом деле... Подождите, спрыгнем-ка мы в эту ямку. Да, спрыгнуть. 100 уровней. 8. Ай, 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 это типа мы ударились. Ну, ничего тут интересного, сейчас уже полночь. Мы бежим скорее домой. 35 уровень, прошу, господа и дамы, зафиксируем. 35 уровней мы прошли. Супер классно. Ну, интересно все-таки, что же там. Я думаю, письмо пришлет. Все, вернуться в долину Стардию, да. Ничего страшного, ну, пропустили мы. Зато завтра начинается осень. Ой, как я рада, что завтра начинается осень. Нас Пэм, наверное, просто ненавидит. Представляете, какие вот мы... А что, нам даже и продать-то нечего. Все, разбираться будем совсем завтра. Сейчас я только хочу глянуть. О, речевые руды целых 6. Целый слитых сможем сделать. Королеву соуса забыли утром посмотреть. Джерин и фундук, как раз осеннее блюдо. Так, и прогноз погоды на завтра. Прекрасный солнечный день. И это прекрасно. Харви уже дрыхнет. Вот так вот, поэтому у нас детей не получается никак. Коза Августина родила сегодня ночью. Юнону. Прекрасно. Вот да. Мы совсем не общаемся с мужем, поэтому у нас до сих пор он не предложил завести детей. Подозреваю, что дело в этом. А может быть, мы просто недостаточно долго женаты, например. Все, друзья мои, у нас инструмент готов, мотыга. Прекрасно. У нас закончилась эта серия. Закончилось это лето. Следующая серия уже будет посвящена осени. Все, всех люблю, целую. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, потому что ну, в этой серии прямо молодцы. Пока-пока!